Помните, такая шутка была, да? Он знает карате, дзюдо, джиу-джитсу и много других страшных слов. Вот это из той же серии, что наши чиновники знают. Индустриализация, модернизация, демократизация, много других страшных для них слов. Это всего лишь слова. Никакой индустриализации, никакой модернизации. В стране, где разрушены все, так сказать, основы демократии, где фальсифицируются выборы, где уничтожена независимая судебная система, где нет политической конкуренции, где коррупция уже просто зашкаливает, 300 миллиардов долларов в год коррупционный бюджет составляет, быть не может. Поэтому это все такая вот игра в красивые слова, в красивые заклинания, которыми там пытаются изменить общественное мнение. Общественное мнение уже не верит никому и ничему в этой стране. Поэтому хватит слов, давайте заниматься делом.